Скажите, а вы снялись в видеоролике? Ну, вы знаете, как вы Нет, видеоролики не говорят. Ну как, знаю. рекламный видеоролик Евро. А, да. Ну, Ну. вы должны. Мы снимаемся очень много, поэтому. В видеороликах во многих, да? Нет, я вот говорил про Евро. Евро, да. Да, были предложения, насколько я знаю, сниматься в кино по-настоящему, Владимир по-взрослому? снимался по-настоящему в кино. Да. «12 друзей Оушена», Угу. вместе с Джулией Робертс, Брэд Да. Питт. А вам предлагали? Я тоже был на присутствовал. Одно могу сказать, очень непростой кусок хлеба. Угу. Вот. Неужели тяжелее, чем бокс? Это монотонно. Это, знаете, фильм видишь ты, это очень многие интересные сюжеты проходят за секунды, а сколько труда для того, чтобы снять один, Ну, два, три. то же самое в ринге. Там за секунду можно отправить человека в нокаут, а тренируешься годами для этого. Мне кажется, очень много общего на самом Я думаю, деле. что есть очень много общего, но если будет сниматься и пробовать оставить перед собой покорение голливудских вершин, то, скорее всего, Владимир. Перед собой никогда таких целей не ставил.